Get Movies. Канал для всей семьи. Настоящий малыш. Жила-была царевна, которая очень ждала братика. А у нас скоро появится настоящий малыш в коляске. Мама сказала, что у меня будет братик. Ого, здорово! Вот бы и мне маленького братика или сестричку. Так попроси у мамы, может, она тебе купит. Купит? Ты что, Дима, детей не покупают в магазине. А откуда же они берутся? Их приносит аист. Аист? Да ну! Ерунда! Какой еще аист? Никогда не видел аистов с детьми. А меня нашли в капусте, так мама сказала. Ого, в капусте? На даче, что ли? Или в овощном магазине? Ничего не понятно. А давайте спросим у Анны Ивановны. Точно! Что такое, дети? Что случилось? Анна Ивановна, а откуда берутся дети? У царевны скоро будет братик. О, как здорово! Это же прекрасно! Мы все тебя поздравляем! Так откуда же он возьмется? Ведь не аист же его принесет, правда? Знаете, дети, по программе эта тема у вас будет в школе. Вот подрастете и все узнаете. Ну вот, как всегда, все самое интересное только для больших. Кажется, здесь есть какая-то тайна. Эту коляску можно использовать с самого рождения малыша. Люлька надежно крепится к шасси и легко снимается одной рукой. Ой! Аку, аку! Миша, Миша, Миша! Вот ты где, малыш! Рама изготовлена из алюминия и имеет небольшой вес. Сиденье прогулочного блока можно установить как лицом к маме, так и лицом вперед, чтобы ваш малыш мог изучать мир. А все-таки откуда он у нас возьмется? Этот малыш! Что? Маша говорит, что аист принесет, но мне что-то не верится. Может, у вас продаются дети? Нет, царевна, наш малыш уже с нами. Он вот здесь, у меня в животике. Как? Ты что, его съела? Нет-нет, послушай, царевна, сейчас я тебе все объясню. Нет, малыша не купить в магазине, и в огороде его не найти. Аист его не приносит в корзине, аист за сказочку эту прости. Дети рождаются, это случается, если мужчина и женщина встречаются. Если влюбляются, то получается, что на свет малыши появляются. Чтобы малыш появился на свет, мама и папа необходимы. Ведь зарождается он в животе, очень желанный и очень любимый. Дети рождаются, это случается, если мужчина и женщина встречаются. Если
Если влюбляются, то получается, что на свет малыши появляются. Он поначалу совсем еще крошка, только представь, он не больше горошка. Но постепенно малыш подрастает, значит и мамин живот вырастает. Дети рождаются, это случается. Если мужчины и женщины встречаются, если влюбляются, то получается, что на свет малыши появляются. Доктор поможет ребенку родиться, что за малютка, нельзя не влюбиться. Милый, смешной и хорошенький самый, радость и счастье для папы и мамы. Дети рождаются, это случается. Если мужчины и женщины встречаются, если влюбляются, то получается, что на свет малыши появляются. Вот так в семье появился малыш, а царевна стала старшей сестренкой. Как здорово! Звезда. Жила-была царевна, которая решила стать звездой. Что это? Кажется, сегодня у нас дома будет концерт. Ого, вот это новость. В гостиной в 6:00 вечера. Идем, концерт вот-вот начнется. Дамы и господа, сейчас для вас сыграет знаменитая скрипачка, звезда мировой сцены, царевна! Постой, а это что, настоящая скрипка? Она взяла твою скрипку. Ну вот, ничего не получилось. Ну, царевна, ты ведь никогда не играла на скрипке, а музыканты учатся этому много лет. Много лет? Но я не хочу учиться много лет. Я хочу сейчас. Увы, так не бывает. Играть на скрипке совсем непросто. Ну вот, уже все позабыл. А ведь когда-то умел немного. Дамы и господа, сейчас перед вами выступит звезда художественной гимнастики, царевна! Но, доченька,
Гимнастика – это тоже совсем непросто. Маэстро, музыку! Царевна, но ведь гимнастки тоже упорно тренируются много лет. Уж теперь-то точно получится! Мировая звезда магии, царевна! Оп! Оп! Абракадабра! Как? Ты еще здесь? Ты же должна была исчезнуть! Царевна. Только не надо говорить, что фокусники тренируются много лет. Эй, ты куда? А как же фокусы? Машет ленточкой гимнастка, грациозно и легко. Фокусник, как будто в сказке, раз и вынул кролика. А скрипачка заиграла, целый мир очаровала. Все кричат: вот это да! Настоящая звезда. Я бы тоже так хотела, если б только я умела так красиво танцевать и на сцене выступать. Так красиво танцевать и на сцене выступать. Чтоб меня увидеть в зале, в восхищении все кричали: ого-го, вот это да! Настоящая звезда! 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 Царевна, как ты красиво танцуешь! У тебя здорово получается! Ой, ну это же совсем просто! Ничего особенного! А я хотела выступать как настоящая звезда! Царевна, главное, что тебе это нравится! Ведь тогда и учиться будет весело! А для нас с папой ты настоящая звезда! Правда? С тех пор царевна занимается тем, что ей нравится. И кто знает, может, однажды она станет мировой звездой. Жила-была царевна, которая не хотела ходить в детский сад. Ром!
Царевна, просыпайся, пора в садик. Я спать хочу. Царевна, вставай, в садик опоздаешь. Не пойду в садик. Ну вот и как тут быть? Как же царевну в садик отправить? Говорят, что я ребенок вредный, нет со мною никакого сладу. У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше шоколаду. Дайте мне побольше, дайте мне побольше. Буду кушать, наслаждаться, буду с горки я кататься. Только мне не предлагайте умываться. Нет! Не хочу в садик! Песенка-будилка нашу детку разбуди-ка, чтобы утро не проспать. Надо утром танцевать. С добрым утром, с добрым утром, пора вставать. С добрым утром будем танцевать. Это песенка-будилка нашу детку разбудила, чтобы утро не проспать. Надо утром танцевать. Ну вот, а теперь пора собираться в садик. Не хочу! Но ведь в садике интересно. Там твои друзья. А я... А у меня живот болит. Ох, как болит! Ай! Ой-ой-ой! Ой, что это? Чем это так вкусно пахнет? Ух ты, какао! И блинчики со сгущенкой. Ням-ням, обожаю. Но сначала умываться. Беги скорей, как раз и какао сварится. Живот больше не болит. Ой, и правда, кажется, не болит. Ой. Вот-вот. Царевна, пора одеваться, а то в садик опоздаешь. Вот. Но там же тучи, сейчас дождь начнется. Нельзя мне идти в садик, я же сандалики промочу. Это дело поправимое. Вот. Ну, как же так? Это же нечестно, я... Приходит детский.
Понравилось тебе в садике? Да, мы так здорово играли! А можно я завтра снова в садик пойду? С тех пор царевна ходит в садик с удовольствием. Ведь там всегда очень весело и интересно. Жила-была царевна, которая не хотела убирать игрушки. А вот играть царевна очень любила. И игрушек у нее было видимо-невидимо. Говорят, что я ребенок вредный. Нет со мною никакого сладу. У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше шоколаду. Дайте мне побольше, дайте мне побольше. Буду кушать, наслаждаться. Буду с горки я кататься. Только мне не предлагайте умываться. Про уборку. Ай, ой-ой-ой. Царевна, убери игрушки. Потом уберу. Ой. Царевна, убери игрушки. Некогда мне. Дорогу индейскому вождю! Убери игрушки! Да некогда мне! Я же на тропе войны! Эй, а никто не видел мои краски? Вождю нужен боевой раскрас! Мам, ты не видела? Пап, ты краски не видел? Красок нет? Ну вот, как же мне теперь играть? Здесь что-нибудь найти. Чтобы найти краски, сначала нужно навести порядок.
не смогу! Не переживай. Мы все тебе поможем. Давай вместе. Если вдруг твои игрушки разбежались по квартире и куда-то подевался твой смешной любимый слон, не пугайся, не теряйся, это дело поправимо. Навести порядок нужно, и тогда найдется он. Прибираем, прибираем по местам игрушки, самим достаем из-под кровати и в коробочки кладем. Прибираем, прибираем и по полкам расставляем, всем игрушкам места хватит, и что нужно, мы найдем. Пришла охота, только кисточки пропали, да и краски от чего-то в прятки вздумали сыграть. В этой комнате, однако, ты отыщешь их едва ли. Наведи сперва порядок, снова сможешь рисовать. Прибираем, прибираем по местам игрушки, ставим, достаем из-под кровати и в коробочки кладем. Прибираем, прибираем и по полкам расставляем, всем игрушкам места хватит, все, что нужно, мы найдем. Вот и кукла, вот и мишка, книжка детская, малышка. Кубик к кубику прижался и смешной нашелся слон. В гараже стоят машинки, на стене висят картинки. Вот и кисти, вот и краски, вот он мой уютный дом. Прибираем, прибираем по местам игрушки, ставим, достаем из-под кровати и в коробочки кладем. Прибираем, прибираем и по полкам расставляем, всем игрушкам места хватит, все, что нужно, мы найдем. Прибираем, прибираем по местам игрушки, ставим, достаем из-под кровати и в коробочки кладем. Прибираем, прибираем и по полкам расставляем, всем игрушкам места хватит, все, что нужно, мы найдем! Вот теперь другое дело. Красота! Вот же они! Красочки мои! Ура, ура, ура! С тех пор у царевны в комнате идеальный порядок и ничего не теряется. Так и играть веселей. Про еду. Жила-была царевна, которая не хотела есть. И все старались ее накормить. И мама кормила. Опять суп, что ли? Бе! Ну, хоть ложечку. За папу. Не буду! И папа кормил. Опять каша? Невкусно! Ну, хоть ложечку, за маму! Не буду! И даже собака кормила. Бе, не буду! Предлагали царевне всевозможные кушанья. Все не то, все невкусно! Не буду! Ничего не буду! Шоколада мне дайте! И торт! Сладости только после еды. А тому, кто не поел, никаких сладостей не положено. Ну и ладно! Я тогда вообще ничего есть не буду! И не стала есть. Огорчились царь с царицей. Что делать, ума не приложит. Думали, думали и придумали.
Говорят, что я ребенок идет. Вредный. И я тоже хочу, дай мне. Меньше стало. Кто молоко не пьет, тот не растет. Хм, ну и пусть, мне все равно. Говорят, я вредная девчонка. Идет. Почему это мячик такой тяжелый стал? Видно, мало каши ела. Хм, не очень-то и хотелось. Я лучше в куклы поиграю. Эй, ты чего? Ты куда? Стой, подожди, я так быстро не могу. Ох, устала. Ой, что это? Я есть хочу! Совсем у царевны сил не осталось. Пришлось собаке ее вести. Поехали на кухню! Вот это есть? Хм, это невкусно! Едем дальше! Вот! Вот что бывает с теми, кто ест много сладостей. Каша сладкая зачем? Я ее на завтрак ем, чтобы много сил набрать и потом весь день играть. Съем оладьи, съем блины, силы очень мне нужны. На обед его я ем,
скажи, а ведь суп-то оказывается вкусный! С тех пор царевна ест полезную еду и даже добавки просит, а сладостей только к чаю. Жила-была царевна, которая не умела проигрывать. Ура! Во что бы она ни играла, ей всегда хотелось быть лучше всех. Только вот выигрывать не всегда удавалось. Говорят, что я ребенок вредный, нет со мною никакого сладу. У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше шоколаду. Дайте мне побольше, дайте мне побольше. Буду кушать, наслаждаться, буду с горки я кататься. Только мне не предлагайте умываться. Нет! Не хочу проигрывать. Раз, два, три, четыре, пять. У меня шесть, у меня шесть. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, и у меня тоже шесть. Так нечестно! Я так не играю! Куда же она спряталась? Ага, нашел! Это против правил! Разве? Надо же, ну... Иго-го! Ну что ты, доченька? Конь же так не ходит. А у меня ходит! Конь ходит буквой «Г». Помнишь, я тебе показывал? Ну и ладно! Ну и играйте сами! Ай-яй-яй! Что-то мама нам теперь скажет. Это она виновата! И до того дошло, что уже и играть-то с царевной никто не хотел. И неудивительно. Ну кому же охота играть с такой девочкой? И то правда, никому не охота. Но вот беда, у царевны и у одной игра тоже не всегда ладилась. А, плохая игрушка! Чем же она плохая? А тем, что я не могу с ней справиться. Но ведь этим-то она и хороша. Как это? Ничего не понимаю. А вот как. Сейчас я тебе все объясню. Послушай. Нет побед без поражений, без ошибок нет свершений. Неудачи лишь на пользу, так сказал один мудрец. Кто боролся и сражался, кто пытался и старался, тот без всякого сомнения настоящий молодец. Все равно сильнее станешь, и умнее, и ловчее, и быстрее, чем вчера. Значит, проиграть не страшно? Проиграть бывает важно, чтоб расти и развиваться. Вот зачем нужна игра. Чему-то научился, от души повеселился. Даже если ты сегодня был в игре не лучше всех, проиграешь горя мало, начинай игру сначала. Знай, что ждут тебя открытия и большой-большой успех. Даже
если проиграешь? Все равно сильнее станешь, и умнее, и ловчее, и быстрее, чем вчера. Значит, проиграть не страшно? Проиграть бывает важно, чтобы расти и развиваться. Вот зачем нужна игра. Даже если проиграешь, все равно сильнее станешь, и умнее, и ловчее, и быстрее, чем вчера. Проиграть совсем не страшно, иногда так даже важно. Подрастать и развиваться помогает нам игра. Станут пальчики ловчее, станут ножки чуть быстрее, и внимательнее глазки, и умнее голова. Нет побед без поражений, без ошибок нет свершений, и однажды ты услышишь столь приятные слова. Итак, победила мама. Поздравляю, блестящий результат. Молодец, мама! Спасибо, дочка. Надо же, оказывается, поздравлять с победой своих близких тоже очень приятно. Вот это открытие! Жила-была одна царевна, которая очень любила подарки. И все-то ей подарки дарили. И папа. И мама. И даже собака. Но все-то ей было мало. Мало! Мало! Еще подарков! И в магазине она всегда просила еще. Купи! 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 Ну и оставайся. Ничего себе! Ох уж это мне царевна! Девочка, возьми конфетку. Угощайся. Еще! Получать подарки обожаю. Без подарков жить я не желаю. Подарите мне подарок, чтобы был волшебен, весел, ярок. Ну-ка подарите, ну-ка подарите. Неужели непонятно, что подарки так приятно? И по праздникам, и в будни дарите мне. Здесь конфеты, куклы и лошадки, пластилин, заколки, шоколад. И решила царевна всем показать, как это здорово – получать подарки. На! Царь в восторге! О, спасибо! Царица счастлива! Вот спасибо! А вот свита морду воротит. Это что же? Не нравится? Где-то я ее видела. Вот!
наконец-то! Этому дала, этому дала, этому дала. Обрадовалась царевна, но не тут-то было. Еще? Свита оказалась ненасытная. Нету у меня больше подарков. Вот. И все-то ей было мало. Кончились подарки. Нету! Нету больше подарков! Хотела царевна потребовать еще, да посмотрела на собаку и передумала. С тех пор царевна за подарки говорит: спасибо! Жадина! Жила-была одна царевна, которая очень не любила делиться. Хотела царица гостей дорогих попотчевать, а царевна как закричит: это что же, делиться? Ни за что! Не царское это дело делиться! Огорчились придворные. Ай, как некрасиво, дочка! И обиделись. Жадина! Вредина! Эй! Это мое! Стой! Отдай! Отдай тебе, говорю! Что ж, давайте пить чай. Жалко стало царевне своих владений. Нет, 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 нельзя! Это моя горка! Ты чего? Нет, слезай! Это мои качели! И лошадь тоже моя! Ну и подумаешь, я тогда тебе тоже ничего не дам. И тогда каждый стал играть сам по себе. Ведерко мое! И лошадь тоже! А формочки и куклы мои! А экскаватор мой! Я люблю свои игрушки, и ни другу, ни подружки, и ни другу, ни подружки не хочу их отдавать. Очень надо мне делиться, не хочу ни с кем водиться, не хочу ни с кем водиться, и без них могу играть. Димка, а можешь построить замок для моей куклы? Замок? Запросто! На своем я настояла, уступать ни в чем не стала, уступать ни в чем не стала, и хозяйка только я. Только странно почему-то мне не весело. Вот это замок получился! Вот бы ему еще башни приделать. Только для этого ведерко нужно. А еще бы лошадь для куклы. Размечтались. Ничего не дам. Во дворе одна гуляю, чем занять себя не знаю. Чем занять себя не знаю, и хочу признаться всем. Хороши мои игрушки, но без друга и подружки, но без друга и подружки толку нет от них совсем.
же это у вас принцесса-то и без коня? Вот. Здорово. А замку не хватает башни. У меня тут как раз ведерко есть. Вот это замок. Наш замок. Новоселье в замке нашем. Вместе с Димой, вместе с Машей. Вместе с Димой, вместе с Машей строит замок веселей. Я люблю своих игрушки, только друга и подружку. Только друга и подружку я люблю. С тех пор царевна знает, что отдавая, получаешь еще больше. Говорят, я вредная девчонка, и мои капризы надоели. Лучше-ка послушайте ребенка, дайте покачаться на качелях. Дайте покачаться, дайте покачаться. Буду я летать по небу, мам, не жди меня к обеду. Так и знай, ни суп, ни кашу я не буду. Нет. Говорят, быть плохо непослушной, только я нисколько не согласна. И если буду маму с папой слушать, скучно станет им со мной ужасно. Я стараюсь быть такою, чтоб, качая головою, не соскучишься с тобой, и говорили.